Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Ванам Манохе Ванча Калпатару Васчаке Пасинду Бевача Патитананг павани бхавишнавибхьо намо намаха Мукхан кароти вачалам пангунглам хайтагирим Ятки патамаханг банде парамананду мадвам Бриндавай тулсидеббай пиявай кешвасач Шнабхакти паде деви сатто ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарун чайва нараттамам Девинг Сварасватинг Весам Тату Джайо Мудире Шанкхиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патраша Пакасанича Садану Ракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагодварун Дхейям Сада Паривабхагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виранчинутам Сараньям Бхитатихам панудобал бхавадибутам банде махапурусуте чарна рвиндам ятпадапаллаванакачандамани чатай биспуриджитакимапикабхавадушвадарши уранануракрасасагарасарамурте сарадхикамай кадакипамкароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддхайта Гададхара Шивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддхайта Гададхара Шивасади Гаура Бхактабинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ajan lumbita bhujo kanaka buddhato, Sankirtanai kavitaro kamala yataksha, Visham varo dijavaro jugadharma palo, Bande jagat priya karo, Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Вандито Диббарупам Бхуктин Чамуктин Чатада Синитам Бхаван Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Хитобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапухарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Баги Саджусшу Вадане Лакшмир Яшча Бхакшаши Джасьясте Хиде Самбихи Твам Нишингамахам Маджи Хари Кришна Хари Кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Нигамо калпатару галитам фалам сукхам кхад амрита давасам ютам. Пивато Бхагаватам Расамалаям Мухурахо Расика Бхубивавка
Нигамо калпатарор галитам фалам сукхамукхадам ритадавасам ютам пивато бхагаватам расамалаям мухурахо расикаха вибхавука. Гаурия Гоштипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами такой Прабхупад Джагадгуру сказал, все темы, связанные с Рупой Рагунатха, их учение, учение Шрилы Рупы Госвами и Рагунатха Гадаса Госвами, не может принять каждый. Такие личности, кто готовы воспринять их учение, редки. Те, кто готовы без всяких колебаний принять их учение. На самом деле, Прабхупад говорит, что мы должны смело проповедовать абсолютную истину учения Рупы и Рагунатхи. Возможно, большинство людей не готовы воспринять такого рода чистое учение, но будьте уверены, что кто-то может. Кто знает, возможно, кто-то сидит и плачет по абсолютной истине, хочет познать ее. Кто знает, говорит Прабхупад. Возможно, кто-то плачет в этом мире. Он не готов идти на компромиссы с абсолютной истиной. Простите, не готов идти на компромиссы с удобной правдой. Абсолютная истина такова, что если кто-то говорит, я не могу бросить вызов этому. Абсолютная... Не так, что Прабхупад говорит абсолютную харикатху, и они полностью воспринимали ее. Нет, большинство людей оставили Прабхупаду, многие оставили Прабхупаду. Но какое нам до этого дело? У нас есть свое собственное служение. Любое служение — это служение Шриле Прабхупаде. Если кто-то хочет избегать меня, то нет проблем. У меня нет никаких личных корыстных интересов, желания пратиштхи. Поэтому у меня есть право говорить таким образом, потому что моя Гуру Варга дала мне наставление делать это. Прабхупад говорит, если кто-то... То есть если не каждый готов воспринять абсолютную истину, кто-то может принять, кто-то отвергнуть. Они не могут принять даже обычную правду, как мы можем ожидать от них, что они примут абсолютную истину. Чтобы слушать абсолютную истину, вы должны иметь зрелые органы, которые воспримут эту абсолютную истину. То есть вы должны обладать зрелым слухом. Прабхупад говорит таким образом, что нашей обязанностью является ради защиты Гауравани и Сампрадай Кавайбхав, учения Сампрадая, мы должны говорить о Нитьянанда Прабху. И это его обязанности защитить нас. Возможно, то есть наше настроение в действительности служит оценкой нашего положения. Бхактисиддханта Такур говорит, каждый считает себя разумным, но они разумные со своей точки зрения, не с вайшнавской точки зрения. Как говорится,
В Шримад Бхагавата Мудва Махарадж задает вопрос Кришне. Бхагаван Шри Кришна говорит, по-настоящему разумен тот, у кого, кто ищет лишь абсолютную истину, кто лишит, ищет лишь Амриту. Он по-настоящему разумен. Тот, кто, находясь в этом бренном теле, ищет Амриту постоянно. Где же такие личности, где эти святые парамахамсы, кто постоянно рассказывает абсолютную истину? И только такого человека можно назвать разумным. Каждую долю секунды, верите вы мне или нет, я думаю об этом. Вся моя Гуруварга покинула этот мир, мои старшие духовные братья покинули этот мир, и сейчас я жду. Возможно, всего три дня назад Шрила Бхакти Бушан Бхагават Махарадж оставил этот мир. Он был ачарьей Шри Чайтаньи Гаудия Матха. У меня нет никакого желания с кем-то воевать. Я ненавижу эту войну. Мне совсем этого не хочется, у меня нет на это времени. Потому что я знаю, что в любой момент я могу оставить этот мир. У меня нет времени на логические споры. Чтобы, когда бы я ни рассказывала Харикатху, она основана на шастрах. У меня нет никакого желания применять логику. У меня есть доказательства из Писаний, но, тем не менее, люди не готовы меня слушать. Для того, чтобы защитить учение Сампрадая. Защитить Сампрадайка Вайбхав, ученик, то есть по имени Куреш, был готов отдать, пожертвовать своей жизнью. Если, как Кешава Госвами Махарадж, он был готов оставить свое тело ради Прабхупады, отдать свою жизнь. А мы не готовы выразить даже почтение Прабхупаде. Такая разница между нами и Шилой Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджем. Шрила Вамана Госвами Махарадж говорил, я хочу умереть неизвестным, чтобы никто меня не видел и не знал. То есть он абсолютно не заинтересован в пратиштхе. Я пытаюсь изо всех сил, но я никогда не хотел, чтобы весь мир пришел ко мне слушать харикатху от меня. Потому что я знаю, качество и количество не могут существовать вместе. Если я хочу качество, у меня не будет количества. А если я пойду на компромиссы с качеством, то у меня будет количество. И каждый раз я говорю, что у меня нет никаких ожиданий, что тысячи людей придут слушать мою харикатху. Наоборот, я молюсь Господу Нитянанду, чтобы как можно меньше людей приходило ко мне. Те, кто по-настоящему обладают желанием обрести абсолютную истину, обрести этот нектар. И поэтому Бхагаван Шри Кришна говорит, «Ясаттам анрите неха,
Из-за влияния Майя все начинают сражаться друг с другом без всяких суждений. То есть у каждого своя правда, и они обвиняют меня во лжи. Прабхупад дает нам указание на то, кто прав, а кто нет. Из-за влияния Майи, те, кто приходит совершать баджан, пандиты, они просто сражаются друг с другом. Если вы прибегнете к логике, вы никогда не найдете решение. Лучше остановиться. Я буду плакать все, что я могу плакать, по тому, кто не обрел абсолютно истины, сбившись с пути, сойдя с пути. Это гипноз, это влияние Майи. Суть в том, что, несмотря на то, что мы говорим, что мы долгое время совершаем баджан, но Прабхупад говорит, что нет ясного понимания у людей, кто есть саду, а кто саду, а кто нет, кому нужно идти, а кому не нужно. Потому что люди хотят положения, хотят славы. Те, кто, отвернувшись от гуру, оставили его. Для них это Прабхупад говорит в Упадешамрите, в комментариях на Упадешамриту: вы не должны слушать таких личностей, а если вы будете их слушать, вы лишитесь всего, станете подобно попрошайкам на пути преданного служения. Если вы примете такого саду, который обладает стопроцентной верой в Парам Гурудева, в Гуру Варгу, тогда вы взрастите свое шаранагати, обретете силу говорить абсолютную истину и никогда не будете уклоняться от абсолютной истины. Как распознать саду, говорит Прабхупад? На самом деле, мы обращаемся к саду с измерительным инструментом, с собственным измерительным инструментом. Мы все время пытаемся мерить саду своими собственными мерками. Сколько у него почета, насколько он популярен. Если он неизвестен, то мы не видим в нем ценности. Я помню один пример. Один Махарадж был очень дорогим, очень приближенным к Шриле Прабхупаде. Очень дорогим Шриле Прабхупаде. Он не был образован, не только материально. Он даже никакими особенными качествами не обладал. Но, несмотря на это, Прабхупад провозгласил: он замечательный проповедник.
Кешава Госвами Махарадж говорит, никто не ходил на его харикатху. Большинство людей, как только он начинал харикатху, уходили. Только несколько оставались слушать. И Прабхупад очень хорошо знал об этом. Однажды он рассказывал харикатху где-то в Миднапуре, и один или два брахмачари слушали. А, то есть его послали проповедовать с одним-двумя брахмачарями, и то есть была какая-то большая программа, и большинство людей ушли с харикатхи, потому что они не могли понять то, о чем говорит Махарадж. Севак Махараджа сказал, все почти ушли, тут почти никого нет, мы надо остановиться, Махарадж. А он сказал, нет, Дживатма здесь в тонких телах, все они слушают харикатху. После того, как... И он не прекратил харикатху. Когда харикатха подошла к концу, он вернулся в матх. А у него не было даже... На самом деле, у него не было денег даже на билет на поезд. Прабхупад, он антарьями и знал обо всем. То есть за безбилетный проезд их арестовали, то есть их поймали и сказали, что он сказал, у меня нет денег, что поделать. В конце концов, каким-то образом он добрался до Гаудия Матха, пересек реку, добрался до Гаудия Матха, и Прабхупад сказал, сказал брахмачарям, выходите с мриданками и караталами и встречайте его с киртаном. То есть ваше суждение полностью отличается от суждений Прабхупады. И это не ваша ошибка, я не обвиняю вас, потому что я понимаю, что это естественно. Потому что весь мир может восстать против Прабхупады. Никто не может понять, почему Прабхупад говорит порой как сумасшедший, то есть строго. Потому что Сиддханта Вичар Шрилы Прабхупады практически невозможно понять. Большинство из его учеников оставили его. И что с того? Прабхупад говорил, возможно, у меня нет должных качеств, нет ачарана, у меня нет сил, чтобы не было сил, чтобы обучить их. Я не смог дать им бхакти. Возможно, по этой причине они оставили меня. Но что поделать? Платформа абсолютной истины настолько уникальна, что мы не можем ожидать, чтобы каждый взобрался на нее. Кто любит Прабхупаду, кто не любит, кто готов его отвергнуть, кто хочет славы для себя. Мы не сражаемся со всеми этими личностями, потому что в таком случае мы просто потеряем время. Время очень мало. Итак, логические споры, логические измышления не дадут нам никаких решений, не приведут никаким решениям, никаким выводам. Прабхупад объясняет, как распознать подлинного саду. Порой мы не можем понять, что сердце, настроение, то есть саду готов 24 часа в сутки служить своему гуру, гуру Парампаре. Порой нам кажется, что такой саду против нас, и мы хотим отвергнуть его. То есть мы постоянно... То есть как экзаменатор порой отвергает студента, то есть говорит, что ты провалил экзамен. И Прабхупад говорит, что мы сдаем экзамены перед саду. Мы
То есть мы, если мы видим, что он не благосклонен к нам, не расположен к нам, мы готовы отвергнуть гуру. Таким было Питама Бишма, это один из 12 махаджан. Ананья Садо, тот, чье сердце направлено на Радху и Говинду, как познать того, как его распознать? Мы хотим слушать Харикатху, основанную... То есть мы хотим, на самом деле, слушать Харикатху, основанную на ложном эго. И в таком случае мы никогда не достигнем этой возвышенной платформы. Вся жизнь будет потеряна. Бхагаван Шри Кришна уже сказал, что каким должно быть настроение. Настроение, с каким необходимо слушать Харикатху. В прошлый раз я уже говорила, что даже необразованный ученик Парват Махарадж, ученик Шрилы Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махараджа, достиг 100% успеха в проповеди. Но в действительности он был неграмотным. Но из-за своей огромной любви к Гурупада Падме он обрел успех в проповеди. А что вы подразумеваете под успешным? Это не означает, что он увеличивал число так называемых преданных. Успешный означает, что он каждого вовлекал в служение Шили Прабхупаде и Гаудия Миссии. В Вайпуране есть одна шлока, которую я часто упоминаю. Там говорится, если мы можем вовлечь обычных людей в служение Прабхупаде, Бхакти Сиддханте Сарасвати, Госвами Такуру, то есть там не сказано о Прабхупаде, но я просто добавляю это, и в этом нет ничего плохого. То есть у нас нет без... У нас нет полного предания, безусловного предания. Сева-вритти означает служение, настроение служения. Не должно быть никаких условий, когда мы приходим к саду. А мы смотрим на него так, как будто бы мы экзаменуем саду. Итак, каждый думает, что он разумен, но Бхактивинода Такур говорит, что он оценивает себя со своей точки зрения. Он думает так. Те, кто лишен зависти, как я уже сказал в прошлый раз, очень чистые. Безукоризненно чистые. Без всякого осквернения.
Только такая личность может рассказывать харикатху. Наше сердце сухо. Мы не можем воспринять расу. Поэтому постоянно в настроении споров, сражений. Но те, кто абсолютно лишен зависти, Махапрабху всегда хотел защитить старшинство старших преданных, то есть положение старших преданных. Санатан Госвами задает такой вопрос, как жить, я не понимаю. Махапрабху постоянно хочет обнять меня, но у меня все тело в язвах. Что мне делать? И он задал этот вопрос Джагадананде, и тот ответил, он ответил, отправляйся во Вриндаван после Радхаятры, там есть уникальное место, и там... И Санатан Госвами, он согласился. Санатан Госвами сказал Махапрабху, что я по совету Джагадананды отправлюсь во Вриндаван. И Махапрабху был разгневан. Кто он такой, чтобы давать тебе подобные советы? Нет никого, кто был бы так разумен, как Санатан. И Джагадананда смеет давать тебе советы. Кто? Да кто он такой? Нет, не думайте. Не думайте таким образом, пожалуйста. Махапрабху говорит Санатан Госвами, я вижу, что ты его больше любишь, чем меня. Нет, говорит Махапрабху. Первая шлока Шримад Бхагаватам. Я уже много раз говорил об этом прежде. Первая линия. Первая строка говорит об абсолютной, об абсолюте. То есть нет никакого эгоизма. Прабхупад говорит, что Вьясадева наш изначальный гуру. Он приглашает весь мир. Каждый может прийти, нет никаких ограничений. Давайте соберемся все вместе и погрузимся в медитацию. То есть Вьясадева Госвами приглашает всю Вселенную. Каждый может прийти, даже полубоги. Даже асуры, как и внешняя Прохлад Махарадж, он произошел из семьи асуров. И вся узкомыслие, вся желание пратиштхи. Все это стирает из сердец Вьясадева Госвами. И это есть настоящая милость. Как мы можем понять, что мы обрели, что Гурудев дал подлинную милость? Если он избавляет меня от пратиштхи, то есть, если он дает мне пратиштху, я должен понять, что... То есть, дает мне славу, прославляет меня, я должен понять, что это не есть подлинная милость.
Если я не буду говорить абсолютно истину, придут серьезные наказания. Юдхиштир Махарадж — это великий преданный, который никогда не врал. За всю свою жизнь он ни разу не солгал. Но однажды он был вынужден сказать кое-что. Что это было? Дроначарья служил. То есть весь мир верил Юдхиштхиру Махараджу, потому что тот никогда не лгал. Но он был вынужден сказать неправду в связи с обстоятельствами. Если бы он не соврал тогда, но если разобраться, то Юдхиштхир Махарадж не врал. Это подобно лжи, но на самом деле это не так. Такова стратегия материальных сражений. Но в соответствии с Бхагавата-дхармой, с учением читания Махапрабху, невозможно применять такую стратегию, потому что мы собираемся совершать баджан Гора Чандри, Гауранги Махапрабху, тому, кто непостижим. Мы собираемся поклоняться лотосным стопам Гауранги Махапрабху, чтобы обрести уникальную према, дар премы. Уникальный дар Вриндавана, который невероятно редок, почти недосягаем. В шастрах Рупа Госвами Падам сказано: даже Шанкар, Брама не могут обрести эту прему. Любовь Радхарани к Кришне настолько редка, что мы не можем рассказать о ней, опираясь на философию. Наша цель называется садья. Через садхану мы пытаемся ее обрести. И наша цель — это према-сева. Это беспрерывное служение. Сильнейшая жажда, желание —
бесконечное желание обрести настроение Браджаваси. Такое настроение поможет вам обрести эту редчайшую прему. В противном случае достичь ее невозможно. С помощью денег, власти, каких-то материальных заслуг это невозможно. Если у вас есть сильное желание такого рода служения, то есть, глядя на служение как одного из Браджаваси, то есть, если мы любим такого Браджаваси больше, чем Кришну, возможно, мы любим Кришну, но наша любовь к Браджаваси должна быть больше, чем к Кришне. В таком случае, если вы получите милость одного из Браджаваси, вы можете надеяться на то, что подобная любовь придет в ваше сердце. Прабхупад осуществлял уникальную проповедь. Но, как я уже говорил, подлинная проповедь дает приходит результаты очень медленно. Лалита Вишакха, они проповедники, и проповедь их настолько, то есть очень постепенно, они жизнь за жизнью. Если мы хотим совершать баджан в совершенстве, я прошу вас, пожалуйста, слушайте Харикатху, изучайте Харикатху, рассказанной Ваманой Госвами, Бона Госвами Махараджем. И других спутников Шрилы Прабхупады, и посмотрите на их уровень. Первое, прежде всего, важных. То есть Прабхупад действовал таким образом, что он понимал, что если вы не сможете привлечь каких-то в материальном плане важных людей, то вы не сможете привлечь обычных людей, обычные массы, народные массы. И так он приглашал их на программы. Даже те, кто совершает 60 лет, 80 лет баджан, нет никакой уверенности, что они постигнут учение Гаудия Матха. Настолько сложно его понять. Поэтому нет смысла ожидать, что народные массы смогут это воспринять. Посмотрите на настроение Махапрабху. Он был очень разгневан на то, что из-за того, что сказал Джагадананда, Санатан Госвами. Все это вы можете найти в читании Чаритамрити. Даже во время прасада была очередь. То есть никто не нарушал правила и предписания. В наши дни все делают то, что хотят. То есть Махапрабху никогда не позволял нарушать.
Возможно, мой Гуру Махарадж не ездил в западные страны, но разве он не великий ачарья, разве он не совершал баджан? Тот, кто является своим поведением, то есть тот, кто является совершенный образец поведения, тот и есть настоящий проповедник. И у нас нет никакого права говорить что-то против таких личностей. В прошлый раз я рассказывал, я обсуждал шлоку из Брихат Бхагаватамриты. Санатан Госвами пишет и прославляет лотосные стопы Гуранги Махапрабху. Значение этой шлоки я уже рассказал в прошлый раз. Причина, по которой Чайтанья Махапрабху пришел сюда, он хотел раздать прему. В шастрах сказано, что Нарисимхадев не может распространять прему. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что према — это уникальное сокровище Яшода Нанданы Шри Кришны. Итак, Нарисимхадев пришел, чтобы совершить определенную лилу, но он не пришел сюда для того, чтобы он не мог рассказать о Браджа Лиле. В Чайтанья Чаритамрите сказано, Кришна говорит, кто, кроме меня, может распространить Браджа Прему? Это моя собственность, и поэтому я должен распространять ее, раздавать ее. И таким образом он делал это, раздавая ее даже среди растений. Кто бы смог подобное осуществить, если не Кришна, только Кришна? Тем не менее, он не достиг стопроцентного успеха. Кришна Бхагаван размышлял, «Я пришел сюда, чтобы раздавать прему, но большинство людей неправильно понимают меня. Они не понимают настроение Браджаваси, настроение Радхарани, мое настроение». Поэтому лучше мне принять форму Гауранги. Я тот же самый Кришна приходит сюда в форме Гауранги для того, чтобы распространять свою собственную прему. Сам Шри Кришна становится Шри Кришна Чайтаньей. Сваруп Гасай говорит, это высшего порядка татва, истина высшего порядка. То, что за пределами человеческого осознания. Уникальная философия. Мы не можем... Даже когда уже, то есть бесконечный процесс увеличения, то, когда уже невозможно, когда према уже достигает своих пиков, тем не менее она продолжает увеличиваться, потому что это не означает, что это конец, потому что преме нет никаких границ, у премы нет границ.
Я собираюсь прославить аватару, которая снизошла в этот материальный мир, который в действительности является аватарией, не отличной от Кришны, тот, кто преисполнен сладости Мадхурьи. Та према, которую выражал Чайтанья Махапрабху, присуща только гопи. Он распространял прему, которой обладали лишь гопи. Чайтанья Махапрабху, как я уже сказал, пришел сюда как Вишая и Ашрая. Вишая Браджагопи, Браджаваси принимает прибежище у Ашраи. И наша Гуру Варга, Гурупада Падма, Парам Гуру Дев, все они наша Ашрая Татва, потому что они приняли прибежище. Или они те, у кого мы принимаем прибежище. Радхарани не отлично от Кришны. И нет никакой разницы, кто Радха, кто Кришна. Вместе они составляют одну татву. Итак, Радха и Говинда вместе, они, объединившись, образуют собой Чайтанья Махапрабху. Для того, чтобы обучить людей, как любить Кришну. То есть Чайтанья Махапрабху — это сам Кришна. Каково совершенство Кришна Према? Он хотел распространить Кришна Прему, которая исходит из лотосных стоп. То есть он океан Мадхури. Кришна Бхагаван. Махапрабху обучает этим вещам Рагхупати Упадьяя Валахабаде. Он говорит: Санатан Госвами в Брихат Бхагаватамрите прославляет Ямуну и другие священные места, священные реки. Бхакти на самом деле бесконечна. А бесконечное разнообразие преданных и преданности. Постепенно мы можем сравнивать их. Чайтанья Махапрабху показывает нам свои собственные чувства, переживания, гопи бхава, рада бхаву. Порой Махапрабху проявляет рада бхаву, порой гопи бхаву. Если время позволит, в будущем я тоже хочу в деталях поговорить об этом, но жизнь очень коротка, и она проходит. Тысячи людей умирают по всему миру. Когда я оставлю этот мир, я не знаю. Но я хочу поговорить на эти темы. Пусть люди сражаются, воюют друг с другом на какие-то незначительные темы. Все, что я хочу делать, это представлять абсолютную истину.
Если они хотят, они могут принять ее, если не хотят, могут не принимать. Мне нет никакого дела до этого. Радхарани и гопи вечно, их према вечна. И Чайтанья Махапрабху хотел показать нам эту гопи прему, хотел дать ее нам, и поэтому он снизошел в этот мир. В противном случае для нас было бы невозможно. Даже Шанкар Бхагаван не может понять настроение Чайтанья Махапрабху. Понимаете, о чем я говорю? Кто может осознать эту сокровенную прему? Кто мог осознать настроение Радхарани? Их любовные игры во Вриндаване. Кто бы мог войти в эту сокровенную область Вриндавана и познать прему? То есть это невозможно, потому что нет входа туда. Только лишь под руководством Бхактивинода Тхакура и Прабхупады мы сможем войти туда под руководством Чайтанья Махапрабху. Кто мог понять Радху? Даже в Южной Индии люди думают, что это своего рода герой, героиня. У них какие-то материальные представления о Радхарани, и они... не признает возвышенное настроение служения Шримати Радхарани. Они думают, что подобные отношения незаконные. А они поклоняются, принимают Лакшми Нараяна и принимают Ситту и Раму. То есть, как говорит Прабхупад, они до сих пор обладают сомнениями по поводу Радхи и Говинды с их отношениями. Поэтому как мы можем ожидать, чтобы люди могли понять это по всему миру? Что можно говорить о Рагануга Бхакти? Если ситуация потребует, я могу прекратить рассказывать Харикатху. Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Бхакти Кумуд Санта Госвами Махарадж, Бхакти Валбатирта Госвами Махарадж. Все они... То есть, когда я пойму, что когда они осознали, что никто не готов принять их принять чистое учение, что все хотят лишь обманывать, они вошли в самадхи, они то есть они прекратили всякое взаимодействие с этим внешним миром, с нами. Большинство из представители нашей Гуру Варги, они сделали это, когда они осознали, что все мы против Бхакти Сиддханты Сарасвати, против Прабхупады Бхактивинода Тхакура, когда они осознали, что все мы против Гуранги Махапрабху и не хотим никакого Бхакти, большинство из них, они просто прекратили говорить.
и просто вошли в кому, прекратили говорить с кем бы то ни было, Вамана, Госвами Махарадж, все они, когда они увидели, что под, прикрываясь бхакти, они говорят разную грязь, проповедуют разную грязь, это совершенно не бхакти, они ничего не рассказывают в своих речах о Прабхупаде Бхактивинода Такуре. И увидев все это, представители нашей Гуру Варги прекращали свою речь и таким образом позволяя нам идти туда, куда мы хотим, идти в ад. Итак, кто может постичь Радхарани? Кто может понять ее? Кто может? Это уникальная милость, и подобная милость, невозможно ее найти нигде в этом мире. Из-за своей беспричинной милости Чайтанья Махапрабху открывает нам таинство премы, убирает занавес премы. Он показывает нам, посмотрите, только загляните внутрь Вриндавана. Итак, прежде чем начать эту книгу, Санатан Госвами говорит о том, что Самбандха Бидхея Прайоджана очень важны. Прежде я рассказывала о Дживе Госвами и Сатсандарбхах. Шатсандарбхах. Джива Госвами Пад обещает, те, кто будет совершать поклонение Чайтанья Махапрабху, он может изучать эти книги. Только такие личности могут изучать такие личности, если цель их достичь лотосной стопы Чайтанья Махапрабху, достичь премы к Радхе Говинде. Только такие личности могут изучать такие эту книгу. Другие не имеют права, потому что если они будут это делать, они не смогут понять, они неправильно поймут меня, они не поймут абсолютную истину. Если они не примут меня, отвергнут меня, они немедленно они столкнутся со всем неблагоприятным, потому что они наставление Сиддханты, то есть тем самым они выбрасывают наставление Сиддханты и погружаются в океан Майи постепенно. То есть таким наставлением невозможно достичь успеха. Итак, дается такое заявление, кто может читать эту книгу, и кто может стать квалифицированным? Только лишь если ваша цель — лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, лотосные стопы Радхи Говинды, только им позволяется читать эту книгу. И Кришнадас Кавираж Госвами также говорит в Чайтанья Чаритамрите, «Я хочу представить эту книгу таким образом, чтобы если обычные люди стали игнорировать меня, не демонического склада люди, если они не смогут понять мои сокровенные истины моих книг, я буду очень счастлив, если они просто проигнорируют эту книгу. Я хочу скрыть это сокровище от таких личностей. Я хочу представить таким образом эту книгу, чтобы демоны, демонические люди просто отвергли эту книгу.
Мое утешение в том, что я хотел дать пример из Писаний. То есть Кришнаская Раш Госвами говорит, что если демонического склада люди не смогут понять то, о чем сказано в моей книге, я буду очень счастлив, потому что я хочу скрыть сокровенные истины от них. Эти богатства я хочу скрыть от них. Понимаете, о чем я говорю? Таким образом. На Бенгали сказано. Тот, для кого я рассказываю. То есть, если демоны не смогут понять то, о чем я говорю, я буду считать, что я достиг успеха. Итак, любые книги, написанные нашими госвами, в особенности, то есть те, кто следует учению Шри Чайтаньи Махапрабху, их строгими правилами является, прежде чем что-то писать, какую бы то ни было книгу, они должны описать причину, по которой они составляют эту книгу. Если я не могу понять настроение Санатаны Госвами, какова причина, почему, зачем он написал такую большую книгу? А когда комментарии на них еще напишут, то там тома этой книги получатся. Зачем мне претерпевать столько трудностей, чтобы читать эту книгу, то есть брать на себя такую аскезу, пока я не пойму настроение Санатаны Госвами? То есть Санатана Госвами подпишет «Самбанда Абиде Прайоджан». Самбанда — это понимание того, что если у меня нет отношений с читанием Махапрабху, если я не понимаю, кто такой Чайтанья Махапрабху, Сваруп Гасай уже написал. То есть, если вы не взрастите в себе взаимоотношения, кто будет жениться без самбанды гьяны? То есть даже в этом материальном мире, если нет самбанды гьяны, как собаки и кошки, ну кто будет жениться? Если нет отношений между мужчиной и женщиной, они не будут заводить детей. То есть даже в этом материальном мире все пытаются понять взаимоотношения самбанды гьяну. И в Киртане также Бхактивинода Тхакур пишет. Сейчас никто не совершает киртаны, все заняты спорами, сражениями. Познав мои подлинные отношения с Гуру Варгой и Бхагаваном, я могу начать совершать киртан и служение. Если же у меня нет никакого понимания отношений, мое ложное эго возрастает, потому что я основываюсь на ложной философии. Итак, если у вас нет веры в Гуру Варгу, если я не могу развить свои взаимоотношения с Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупадами, Гуру Варгой, я не смогу совершать баджан. Я потерплю поражение.
настроение гопи полностью одобрено Шри Чайтанья Махапрабху. Он говорит, это уникальное настроение. То есть это настроение гопи, в особенности Радхарани, оно присуще Чайтанье Махапрабху. Итак, мы должны прежде всего взрастить свои отношения с Кришной, понять, кто такой Кришна, какова наша цель. Это называется прайоджана татва. Под руководством Чайтанья Махапрабху, Рупануга Гуру Варги, если я буду совершать такой баджан, в таком случае я смогу совершать абхидею. Санатан Госвами говорит, те, кто квалифицированы читать эту книгу, изучать ее, он приводит такой комментарий, те, кто заключили в своих, те, у кого есть в сердце цель достичь лотосной стопы Радхи Говинды, Рада Раман Лал, Рада Раман Бихари, если они хотят обрести абсолютный вкус Рупануга Рагануга Баджана, если они хотят обрести нектар к лотосным стопам Рады и Говинды, только лишь они квалифицированы изучать эту книгу. Другие не имеют права. Конечно же, есть выход. Если даже кто-то не квалифицирован, но не является при этом демоном, просто у них еще где-то, еще какие-то цели, то есть нет у них вот того, о чем говорит Санатана Госвами. Если они будут читать эту книгу, изучать эту книгу с комментариями под руководством представителей нашей Гуру Варги, Шрила Прабхупады, Шридхара Госвами Махараджа, они также изменят свое настроение. Они разовьют сильное влечение к Радхе Говинде, привязанность. Таково совершенство этой книги. Совершенство Брихат Бхагаватамриты. Без сильной привязанности, влечения мы не сможем поклоняться лотосным стопам Радхи Говинды. В Чайтанья Чаритамрите сказано: в виде марги нет способа обрести Кришна прему. Но это не означает, что мы должны перепрыгнуть через него. Прежде всего, необходимо следовать виде маргу. Те, кто полностью обосновался, то есть те, кто строго следует правильным предписаниям, те, кто не является сахаджиями, твердо установились в видьямарге и следуют гуру варге, не сегодня, так завтра, они обретут возможность принять участие в Кришналиле, в Раджалиле. Те, у кого есть влечение к... То есть те, кто следует Гуру Варге и следует строгим правильным предписаниям Шрилы Прабхупады, которые дает Шрила Прабхупада и Бхактивинода Тхакур, очень скоро
они обретут желание совершать баджан на пути рага, марга. Постепенно они получат помощь, которая позволит им войти на путь рага-марга. Прайоджана — обрести према-севу. Конечная цель — это обретение према-севы, которая редка. Всего полчаса назад я вспомните, о чем я говорил. До тех пор, пока вы не взрастите влечение, сильное влечение к враджаваси и служению, вы не сможете обрести прему такого уровня. Невозможно обрести прему без этого. Те, кто следует обычному общепринятому процессу баджана вайди маргу, те, кто или те, кто не следует вайди-маргу, они совершают то, что они делают то, что им нравится. Их цель — дхарма, артха, кава, мокша. В шастрах сказано, что это никакой не баджан. Если на пути дхарма, артхи, кама и мокша вы сможете получить какие-то деньги, то есть в западных странах, вы такие личности, они отправляются туда, чтобы заработать все это. Но почему, прежде всего, вы не проповедуете себе? Встает вопрос. В шастрах, если наша цель — дхарма, артха, кама, мокша, в таком случае это не, совершенно не о баджане, это нечто совершенно отличное от баджана. Порой это называется гьяна мишра бхакти, карма мишра бхакти. То есть это смешанная бхакти, не чистая. Мы видим разные виды бхакти. Обычная бхакти. Затем, если мы можем увидеть йога мишра бхакти, карма мишра бхакти, Санатана Госвами все это описал в деталях. Я думаю, после того, как мы обсудим эту книгу, никто не сможет вас обмануть. Если вы сможете осознать эту книгу от всего сердца, я уверен, что никто не сможет вас обмануть. Каков уровень Трува Махараджа, Юдхиштира Махараджа, Панча Пандава, Прахлада Махараджа, Ядавы. Постепенно, шаг за шагом, мы легко сможем понять бхакти и сможем почитать преданных в соответствии с настроением их служения. И в конце концов Санатан Госвами подведет нас в сердце Вриндавана, где мы увидим, какой любовью обладают Радхарани и Гопи. Люди настолько невинные изначально, что не могут понять даже бхакти. Кто такой гуру, кто такие вайшнавы. Они злятся из-за... Но Прабхупад говорит, что Нитьянанда и... Господь Чайтанья, Нитьянанда, они смотрят. Нитьянанда Баларам все время смотрят. Если Нитьянанда видит, что этот дживатма хочет обрести настоящее бхакти,
Никакого осквернения, никаких положений, никакой славы не хочет она. Нет ничего сектантского в ней. Никаких сектантских настроений. В таком случае Прабхупад дает уверенность вам, что не сомневайтесь, Нитянанда позволит вам достичь настоящего гуру, садгуру, подлинного гуру. Определенно Нитянанда позволит вам обрести настоящего гуру, того, кто преисполнен премы. В своей жизни, на своем примере, я знаю об этом. Я плакал, молился о гуру, и автоматически он появился передо мной. Я получил возможность встретиться с моим гуру Пада Падмой. Он никогда никого не критиковал и не обманывал. Все люди по всему миру знают об этом. Он настолько простосердечен, настолько великая личность. Он преисполнен любви и премы. Я был настолько удачлив, что пришел к лотосным стопам Шрилы Бхакти Прамодпури Госвами Махараджа. По милости, я не квалифицирован. Если вы хотите найти во мне какие-то качества, вы не сможете. Что говорит Кришна Гопи? Вы должны... То есть мне нечего дать вам, вы лишь должны быть счастливыми со своей высотой, со своей возвышенностью. Вы не понимаете, что есть бхакти, кто такой саду, кто не саду. Вы заняты сектантскими настроениями. В таком случае вы определенно встретите гуру-обманщика. И, возможно, даже 3-4 раза в течение вашей жизни такой гуру падет, и вы будете чувствовать отвращение по отношению к нему. Мои духовные братья 3-4 раза принимали различных гуру, и их гуру падали. В конце концов, они пришли к моему Шриле Гурудеву. Если Нитянанда Прабху благословит вас, если вы 100% искренне, вы заинтересованы в абсолютной истине, вы хотите познать ее, у вас нет никакого желания оскверняться. В связи с этим Прабхупад много раз говорил, попытайтесь понять разницу между бхакти-винод-дарой и абхакти-винод-дарой. Если я начну говорить об этом, все вы начнете выступать против. Завтра я буду говорить об этом в деталях. Если бхакти смешанная, санга сидья роб сида бхакти, благодаря общению вы взращиваете в себе настроение бхакти. Это еще не бхакти. Ароб сида бхакти, санга сида бхакти. Вы можете обрести это в обычном... То есть вы не достигнете подлинного бхакти, потому что вы не обрели милость Махапуруши. Вы хотите сражаться с ними, если они говорят абсолютную истину. Если вы хотите обрести настоящее бхакти, будьте уверены, что вы не сможете сделать этого без милости Махапуруши, Махаджана. Личными усилиями или при помощи целого общества вы не сможете обрести даже капли бхакти. Даже капли бхакти,
крупицы бхакти вы не сможете обрести. Таким образом, в Бхагаватам Прахат Махарадж говорит, я говорю о подлинном бхакти, о настоящем бхакти. Бхакти можно с разных углов описать по-разному. Различные интерпретации можно применить к бхакти, потому что у вас есть свобода. То есть вы имеете право восстать против меня. То есть вам дана свобода выбора. Вы можете восстать против меня или Прабхупады. Вы можете сказать все, что угодно против меня. Нет никаких налогов, никаких взысканий за то, что вы, если вы будете выступать против меня. Но у меня также есть свое желание, я хочу оставаться безразличным к вашим комментариям. Вы можете говорить все, что угодно, как вам хочется. Вам нет необходимости слушать харикатху, и я не приглашаю вас. Потому что моя харикатха не для каждого, она для избранных. Итак, если кто-то, если человек не обрел милость Махапуруши, если он не Sorry, I'm translating, please just. Thank you. Да ладно. И все, когда переводишь в эти, тоже там мои курочки говорят. То есть, если вы не обрели доступ к хранилищу бхакти, Шанкар Бхагаван полон бхакти. И вы можете читать Бхагаватам или какие-то сатвичные пураны. Я не говорю сейчас о тамасичных пуранах. Если вы будете изучать их, вы будете в замешательстве, вы не сможете понять. То есть если вы будете читать сатвичные пураны, вы увидите такие цитаты. Нарада говорит. Или Шри Шанкар говорит. Шри Шанкар Увача, Нарада Увача. То есть они ачарьи бхакти. Учителя бхакти. По милости Нарада Махараджа, посмотрите шастры, вы найдете там, что бесконечное количество дживатм обретают бхакти. При помощи обрели бхакти при помощи Шанкара Бхагавана. Даже в моей жизни я обрел бхакти по милости Шанкара Бхагавана. У меня нет бхакти, но так или иначе, какое-то прикосновение, если у меня и произошло, оно произошло по милости Шанкара Бхагавана. Я не могу заявлять, что у меня есть бхакти, я лишь пытаюсь достичь его, но делаю это по милости Шанкара Бхагавана. Итак, изначальная сварупа бхакти, сварупа лакшан и татастха лакшан. Попытайтесь вспомнить, не забывайте. Я не могу говорить постоянно одно и то же. Сваруп лакшан — это признак, который уже находится в дживатме. И мы можем понять.
Однажды я увидел, как одна дживатма изменила свое сердце, то есть ее сердце изменилось. Он слышал Харикатху, прилагал усилия, пытался все понять, потому что Атма, Сварупа, изначально Сварупа Атмы в действительности бежит к Бхакти, то есть потому что Бхакти является естественной функцией души. Если я вижу, как кто-то меняется, я должен понять, что его деятельность, его дела показывают Сварупа Лакшан, то есть его настроение, все, что он делает в настоящем, зовется Тасха Лакшан. Он взращивает бхакти, он любит Кришну, и благодаря его делам мы можем понять, наверняка у него есть саду санга, поэтому он меняется. Сваруп Лакшан и Татастха Лакшан. Вы можете забыть о материальной самсаре благодаря духовной практике, которую совершает ваша атма. Вы забудете этот материальный мир и все связано с ним. Все это вы постепенно осознаете. Без обретения милости великого преданного человек не сможет обрести подлинного бхакти. Благодаря общению с чистым преданным, человек автоматически закрывает глаза на... теряет интерес к материальным наслаждениям. Если кто-то по удаче начинает слушать шастра-катху из уст чистого преданного, благодаря общению с таким шуда-бхактой, благодаря милости бхакти, такой человек сможет осознать, что материальные наслаждения не имеют смысла. По милости чистого преданного человек может встать на путь чистого преданного служения, потому что нет другого пути. Если вы хотите войти к чистому преданному служению, необходимо получить милость чистого преданного. Без этого нет другого входа. Бхакти разделено на две части — Вайдхи Бхакти и Рага Бхакти. Бхакти — это преданность. Вайди Бхакти и другой путь — Рагануга Бхакти. Те, кто не взращивает естественного влечения к бхаджану, те, кто находится под контролем, то есть твердо следуют шастрам, они совершают вайди бхакти. Рагануга — это спонтанная привязанность. Если не хватает рагануга бхакти, необходимо вайди бхакти. То есть, когда человек начинает следовать правилам, предписаниям, данным шастрам, он совершает процесс вайди бхакти. Те, кто обрели вдохновение, получили вдохновение от Браджаваси, обрели настроение служения Браджаваси. В Бхакти Расамрита Синду сказано: если, глядя на
настроение служения Браджавасия, вы наполняетесь вдохновением, вы слушаете его и испытываете влечение, в таком случае то есть вы, то есть у вас появляется жажда. Это происходит только в том случае, если вы развиваете глубокое влечение к даже Лакшми Деви хотела войти в игры Господа во Вриндаване. Она хотела войти в Рагануга Баджан. Но она потерпела поражение. Все вы знаете об этом очень хорошо. В Бхагаватам также сказано, что Лакшми Деви по сей день совершает баджан. В Билване. На другой стороне Ямуны. Если вы будете находиться на Кешигате, вы увидите, что по ту сторону Ямуны находится Билван. По сей день там Лакшми Деви совершает баджан, чтобы обрести возможность служить Кришне, так как это делают гопи. Но ей не позволено по сей день. По сей день она не обрела успех. То же самое. Чайтанья Махапрабху говорит Венката Бхати. Почему Лакшми Деви не может получить эту возможность служить так, как она хочет, служить так же, как Браджа Гопи? Об этом говорилось в Южной Индии, в Шри-Рангане, когда Махапрабху пришел туда. Почему, по какой причине, спрашивает Махапрабху. И Венката Бхати отвечает, потому что... То есть она сама Лакшми... То есть это вопрос вкуса к баджану, к служению. Это разные вкусы к служению, и мы не можем закрывать на это глаза. То есть Радхарани достигла успеха в служении Кришне таким образом, в то время как Лакшми Деви не достигла этого успеха, потому что она обретает другим вкусом служения. Шримад Бхагаватам сказано. Попытайтесь понять очень-очень ясно. Все жаны Калинага, объединившись, говорят одновременно. «О Прабху, о Говинда, мы не знаем, каким, какой такой благой удачей обладает наш муж, потому что он обрел возможность, то есть твои стопы прикасались к его голове, ты танцевал прямо на его голове, и такое проявление, то есть никто не может снискать такого». Мы не понимаем совершенства твоей крипы, каким сукрити обладает наш муж, что он получил такую милость. Частица, крупица пыли со стоп, с твоих стоп все плачут и хотят достичь ее. Удава плачет и хочет обрести пылинку со стоп гопи.
хочу обрести крупицу пыли. Рену означает единственное число, то есть одну пылинку. Пылинку с лотосных стоп гопи. Те, кто закрывает глаза на правила предписания вед, они хотят запрыгнуть в океан служения према-сева. Я хочу получить рождение во Вриндаване как травинка, как растение, так, чтобы гопи могли, когда они будут проходить мимо меня, я буду получать пыль с их лотосных стоп. Я хочу родиться как травинка, чтобы пыль с лотосных стоп гопи попадала на меня. Итак, Калинаг молится лотосным стопам, жены Калинага молится лотосным стопам Кришны. Мы в замешательстве, как Кали смог обрести прикосновение твоих лотосных стоп. Даже для Брамы и Шанкара лишь пылинка с твоих лотосных стоп недостижима. Лакшми Деви, богиня богатств, она обладает несметным количеством богатств. Но все это ей совершенно неинтересно. Она совершает аскезы по сей день. Ради чего? Она хочет обрести служение в преме, служение, какое исполняет гопи. Тем не менее, она не готова следовать Радхарани и гопи. Она не хочет следовать им. Но без Анугати, без руководства Браджа Гопи, ни мать, ни никто, никто не получит возможности такой. Кто такая Лакшми Деви? Я могу затронуть историю Мирабаи. Она очень знаменита. Она не в Гауди Сампрадае, тем не менее она обрела Кришну. Всю жизнь она говорила. Она хотела совершать поклонение Гиридхаре Лалу, Нанда-Нанда не Кришне. Но в конце концов, она не смогла достичь его стоп. Она достигла лотосных стоп Дваракадиша Кришны. Это получилось у нее. Ей не было позволено достичь того, к чему она стремилась, потому что она не следовала пути, она не следовала Радхарани и Гопи. Она хотела следовать своему собственному настроению. Она никогда не хотела следовать Гопи и Радхарани. Итак, те, кто не следует Радхарани и Гопи, Браджа Гопи и Браджаваси, они могут находиться в Сакья-расе или в других расах, как особенно сказано в Чайтанья-чаритамрите, без руководства Браджа Гопи, без Анугати, никто, ни отец, не мать, никто не сможет обрести это редкое бхакти. Итак, Лакшми Деви не смогла достичь успеха в этом. Она
не обрела эту величайшую прему, которая достижима, только доступна лишь в сердце Вриндавана. Эта према принадлежит Браджа Гопи. И такова ошибка Лакшми Деви. Еще один пример я могу привести в связи с этим. Шрути достигли успеха, они обрели прему. Завтра я скажу об этом в деталях. Я расскажу о том, как они смогли обрести. Они родились благодаря благословению Рамачандры, они родились внутри Вриндавана и начали следовать Анугати Радхарани и Ванугати Радхарани и Гопи. Завтра я расскажу об этом. Это очень интересно. Лакшми Деви же потерпела поражение. По сей день она не обрела успех. В 87 главе, 87 стихе 10 песни, там сказано, что Шрути и Смрити достигли успеха. Это замечательная шлока. Махапрабху обсуждал это, говорил об этом, что Шрути достигли успеха. Я уже говорил об этом, когда мы говорили о Рай Раман Самваде. Шрути и Смрити достигли успеха, потому что они все хотели следовать лотосным стопам Радхарани и Гопи, так же, как и мы. Мы хотим обрести возможность служить лотосным стопам Кришны. Итак, первая шлока. В действительности необходимо годы, чтобы завершить ее. Даже за 3-4 года невозможно объяснить ее. Таким образом, я должен говорить о значимых, лишь о самом главном. Я говорил об этой шлоке 2 часа. Таким образом, до Рага Бхакти, до того, как Чайтанья Махапрабху пришел сюда и прояснил этот момент, даже Шанкар и Брахма были неправильно понимали Рагануга Бхакти. Они были в замешательстве. Сейчас Бхакти очень редко. До того, как Гауранга пришел сюда, Гауранга — невероятно милостивая инкарнация. То есть, если бы не Чайтанья Махапрабху, прямо была бы невероятно редка. Мы бы не знали ничего о ней. Это замечательнейший киртан. Необходимо петь его. Вы с ума сойдете от его содержания. Вы должны прекратить сражаться. Я прошу, обращаясь к вашим лотосным стопам, пожалуйста, прекратите это делать. В этом нет ничего хорошего. Все подобные вопросы я избегаю. Я не даю никаких ответов. Отправляйтесь еще к кому-то. Я принял решение
остановить все эти вещи. То есть я вижу, что сейчас весь мир постепенно он отправляется в ад. Вторую шлоку я буду говорить о ней завтра. А второй шлоке сегодня я только лишь коснусь ее. Си Радика Правитайо Нитарам Джаянти. Си Радика Правитайо Нитарам Джаянти. Гоппо Нитанта Бхагават Прията Прасидда. Ясам Хару Парамо Саухридам Мадхуринам. Нирбхактум Ишад Опи. Яту на коопи шактаха. Банча калпатару сикепасинду бхабача. Патитананг павану бхабешна бьё намо.